Приветствую всех любителей игрушек из киндер-сюрприза. Сегодня наше видео посвящено серии «Тролли», которая вышла в 2020 году. Эта серия состоит из 8 игрушек, и выход этой серии приурочен к выпуску уже второго мультфильма про троллей. Первый просто назывался «Тролли», а второй уже получил название «Тролли. Мировой тур». Явно ко второй части, и был приурочен выпуск этой серии. И вот мы видим все 8 фигурок, которые входят в серию. Давайте посмотрим на них немножко поближе. Посмотрим на их особенности. Начнем с самой высокой фигурки этой серии. Уже частично я уже тут одну деталь в другую воткнул. Здесь тоже из двух частей собралась. Нам осталось только собрать уже окончательно эту фигурку. Я так не буду очень сильно это делать. Вот так она выглядит. И вот сюда еще, по идее, положено вставить бумажку, которая идет в комплекте. Вот, в комплекте вот такая бумажка. К каждой фигурке в комплекте идет подобная бумажка. И легко их отличить, потому что на каждом из них вот нарисована сама фигурка такая, символ. Видите, вот ее видно, такая высокая фигурка. Не перепутать. Легко отличать. Надо вот этот штрих-кодик куда-то вырезать, вставить или еще что-то такое сделать, как там нарисовано. Но я этого делать не буду. Или горизонтально возможно. Сложить и горизонтально вставить. Да, как раз по высоте подходит. Но я не буду этого делать. Я люблю, когда бумажки остаются в первоначальном виде, не сгибаются лишний раз. Вот такая высокая у нас получилась фигурка. Я ее даже поближе поставлю, чтобы она была видна. И бумажка к ней. Следующая фигурка тоже такая достаточно высокая. Тут вообще куча всевозможных доп. Деталей еще каких-то. Это у нас вот этот персонаж. Он вставляется в подставочку. Собирается такой очень колоритный, очень весь цветной. На него одеваются очки. Очки одеваются, держатся. Достаточно нормально содержатся. К нему еще вот такой плащик предусмотрен, чтобы повязать сзади можно было накинуть. Но я не буду этого делать, просто показываю, что он такой. Уберу его сразу в сторонку. И еще наклеечки такие к нему идут. И с наклейками. Можно посмотреть, куда, для чего они предназначены. Это все можно во вкладыши увидеть на самом деле. Чуть ли не на плащ вообще там приклеиваются вот эти зверушки. Круглый винил, пластиночка вот сюда, это пластинка такая. Я это никогда не делаю, а всегда оставляю в первоначальном виде. Сама фигурка такая. Давайте очки тоже сниму, чтобы они не падали, если что. Конечно, забыл сказать. Естественно, к нему в комплекте тоже и соответствующая бумажка тоже идет. Она ко всем серии идет. Следующая фигурка, третья. По счету у нас вот такая. Сейчас мы ее найдем. Вот она. Здесь у нас классический вариант для киносюрприза. Есть колесико, которое крутится. И вместе с тем, как мы крутим колесико, фигурка тоже крутится. Ничего необычного. Часто это используется в киносюрпризе. К сожалению или к радости, для кого как. Это у нас так. И сейчас найдем тоже бумажку такую, которая ей соответствует. Сейчас я здесь посмотрю, у меня здесь они все отдельно лежат. Я так понимаю, легко ее видеть, с ее хвостиком,
Вот она. Это для нее бумажка. Так, следующая фигурка. Ага, вот такой тролль у нас тоже. Ну, здесь вроде бы все попроще. Просто вот он на подставочке. Вот такой. Ну, в принципе, тут много сказать нечего. Фигурка достаточно простая. Такие волосы, да, фиолетовые, забавные. Ну, бумажка к нему соответствующая тоже в комплекте. Насколько я понимаю, эти бумажки можно, ну, их коды можно сканировать для каких-то там интернет-мероприятий уже относительно этой серии. Ну, это уже кому как нравится. Я не очень сторонник этих вещей. Ну, я думаю, кому-то это все-таки интересно наверняка будет. Так, следующее. Так, вот это. Ага, ну вот про эту немножечко побольше надо сказать. Потому что эта фигурка, вот у нас в России, да, она попадалась в двух цветовых вариациях. То есть можно было встретить яйца, ну, в шоколадных яйцах можно было встретить вот такую беленькую. И сейчас я покажу еще вам второй вариант. Вот здесь вот она вставляется, тут целая система. Одна часть вставляется, вторая. Вот. Ну, эту все привыкли называть, ну, белой фигуркой. А еще есть фигурка другого цвета. Сейчас покажу. Так, вот она имеет такой цвет. Ну, вот сравнение видим, да, то есть это белое, а это, в общем-то, такого, ну, серого с легким даже сиреневатым оттенком. Вот цвет у них, фигурки абсолютно одинаковые, но цвет отличается. Вот такой интересный вариант, да, такая разновидность, ну, попадалась в России в шоколадных яйцах, на, ну, киндер-сюрприз. Шла одновременно. Так, следующая фигурка. Вот такое облачко. А, ну, кстати, чуть не забыл. Да, вот бумажки к ним, соответственно, да, абсолютно одинаковые. Тоже шли в комплекте. Так, теперь облачко. Облако вот такое. Оно на ощупь такое немножечко, ну, плюшевое такое чуть-чуть. Такое шершавенькое на ощупь, довольно приятное. Такая оригинальная фигурка. Мне, кстати, очень нравится. Необычная. Необычная фигурка. Вот. И так, соответственно, к облаку полагается тоже своя бумажка, где вот тоже он изображен, этот персонаж. Так, ну вот у нас осталось уже немножко. Так, у нас осталось две фигурки. Так, ну, значит, вот давайте сначала про эту расскажу. Значит, ну, собирается вот, да, из нескольких частей, но я уже частично собрал. Сейчас надо вот последнюю часть одеть. Сейчас, секунду. Что-то у меня не сразу это получается. Так. Так вот, все. Вот он, ну, находится на таком штыречке, да, вот на каком-то кактусе вот надевается такой персонаж. Ну и, соответственно, к нему соответствующая бумажка тоже есть. Все как положено в этой серии. И теперь, значит, еще чуть побольше про последнюю вот фигурку, восьмую в этой серии. Это вот у нас вот эта главная героиня. Ну, как поначалу мультика она была злая, да, потом. Может, не такая уже и злая стала. Вот. С гитарой. Значит, хочу отметить, что фигурки, которые шли в России, вот на подставочке есть вот два таких штырька. Ну, я не знаю, для чего они были сделаны. Вот. Ну, сама фигурка, вот голова крутится как хочешь, она, соответственно, вот крутится как хочешь. Вот здесь и вот эта сцена тоже там крутится как хочешь. Но вот, я говорю, подставочка сделана с такими штырьками. Для чего сделано это было, мне неизвестно, но вот такие штырьки присутствуют. Вот. И как потом стало известно, да, ну, коллекционеры между собой общаются, узнают, там где-то выкладывают
снимки. Выяснилось, что в некоторых странах, не знаю, в скольких странах, каких именно, точно все не знаю, но вот, например, во Франции, значит, эта фигурка выпускалась, то есть внешне все вроде бы то же самое, но вот здесь штырьков нет. То есть вот, посмотрите, видите, здесь на подставочке есть штырьки, а вот здесь их нет и не было никогда. Вот такое вот интересное различие. Ну, там легкая тональность там, может быть, там даже отличается по тональности чуть подставка, но не критично. То есть главное это именно то, что вот штырьки есть или штырьков нет. Вот, а во всем остальном фигурки очень похожи. Вроде ничего такого критичных каких-то отличий не заметил. Но вариант интересный. Вот, мне вот, ну, естественно, захотелось иметь в коллекции тоже такой вариант. Вот я его заказал, попросил, мне прислали. Мне его прислали из Франции. То есть вот во Франции такая фигурка без штырьков. Ну и бумажка у него тоже, соответственно, такая же в комплекте. Бумажка ничем не отличается. Единственное, немножечко отличается вкладыш. Вот, например, французский вкладыш. А вот вкладыш, который шел у нас. Ну, небольшие есть расхождения. Здесь белая рамочка, здесь без белой рамочки. То есть, ну, некоторые отличия есть. Ну, для тех, кто собирает именно вот эти вкладыши, да, ну, для них это, наверное, очень интересно. Ну, для нас, наверное, для тех, кто вкладыши не собирает, ну, так, поскольку, ну, в общем-то, отличия не такие уж огромные, кажутся. Вот. Ну вот, наверное, и все, что хотелось бы рассказать вот про эту серию. Вот. Ну, серия достаточно ну, красочная, да, необычная, интересная. Но, правда, очень вся такая, много подвижных деталей каких-то, много бумажек. Вот, может быть, это чуть-чуть на любителя. Но во всем остальном, нет, ну, серия красочная, интересная. Мультик довольно-таки. Что первая, что вторая часть. Ну, тоже, на мой взгляд, интересно. Я с удовольствием этот мультфильм смотрел. Так что, в общем-то, очень даже в целом впечатление от серии оно осталось хорошее. То есть, ну, думаю, вам тоже она понравилась. Вот, смотрите на нашем канале и другие видео, посвященные другим сериям, которые выходили в киндер-сюрпризах. Ну, и, наверное, не только в киндер-сюрпризах, еще что-то будет. Вот. Ну, если нравится наше видео, конечно, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые, которые будут добавляться. Ну, довольно-таки регулярно постараюсь это делать. Ну и, пожалуй, это пока все. Вот, смотрите другие наши видео. Пока!